Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас на моем канале. Итак, сегодня я хочу с вами поделиться безумно вкусным домашним рецептом коржей для торта медовик. Рецепт очень простой, поэтому у вас 100% все получится. Итак, что же для этого нам нужно? 60 грамм масла, 40 грамм меда, 1 стакан сахара, 3 яйца, щепотка соли, 2 чайные ложки соды без горки и 300-350 грамм муки. Мягкое сливочное масло выкладываем в удобную вам посуду и ставим на паровую баню. Как только сливочное масло растопится, добавляем сахар. И периодически помешивая, ждем полного растворения. Пока сахар топится, мы с вами смешаем мед с яйцами. Делать это до полного объединения продуктов не нужно, просто слегка размешиваем все это между собой. Теперь к яйцам отправляем соду и соль и еще раз хорошо вымешиваем. Отправляем все это в яично-масляную смесь и непрерывно начинаем помешивать, так как масса начнет увеличиваться в размерах. Теперь ждем, когда наша масса увеличится в 3 раза и побелеет. После этого можно смело начинать добавлять муку. Муку добавляем в 2-3 приема и каждый раз хорошо вымешиваем тесто. После того, как ввели всю муку, мы можем теперь смело снять наше тесто с паровой бани и начинаем вымешивать уже на столе. Даем тесту отдохнуть буквально 5 минут и начинаем раскатку. Делим тесто на 4 части и каждый раскатываем тонким пластом толщиной приблизительно 2-3 мм. После раскатки вырезаем удобной вам формой. Я буду делать это резаком. Прокалываем обязательно вилочкой для того, чтобы коржи были ровные. И еще хочу сказать о том, что в процессе выпечки коржи уменьшаются в размере, поэтому учитывайте данный фактор. Вот такие вот пышные, невероятно нежные коржечки у нас получились. Надеюсь, что данный рецепт вам понравится и вы поставите мне свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваши комментарии. И еще, если вы были с нами сегодня впервые, значит, обязательно подписывайтесь на мой канал и, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!